На площади 30-летия Победы горит вечный огонь – символ памяти, мужества и героизма наших земляков, защитников Отечества всех поколений. В память о них в преддверии праздника состоялся митинг с возложением цветов. Вечная слава памяти. Молодцы. В свое время они нас защитили. Но теперь, я думаю, если не дай бог, конечно, что случится, постараемся мы также все сделать. День защитника Отечества – праздник всенародный. И несмотря на то, что в разное время именовался праздник по-разному, суть его осталась прежней. Сегодня мы в преддверии 23 февраля. 23 февраля – это День защитника Отечества. Раньше этот праздник назывался в советское время День Советской Армии и Военно-Морского Флота, а после революции он назывался День Красной Армии и Военно-Морского Флота. Вот День защитников Отечества. Это день всех настоящих мужчин, которые защищают наше Отечество, которые защищали, которые будут защищать. Возложить цветы к вечному огню пришли первые лица города и области, представители общественных организаций, волонтеры и просто неравнодушные ульяновцы. Почетный караул, алые гвоздики и неизменная минута молчания. Вечная память героям, благодаря которым мы можем жить, радоваться и отмечать праздники с мирным небом над головой. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.